Внесен законопроект об ужесточении наказания за совершенные в нетрезвом виде ДТП. Для водителей, которые сели за руль в пьяном виде и стали виновниками ДТП с жертвами, предусматривается наказание вплоть до 15 лет лишения свободы. Законопроектом предлагается внести изменения в статью «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». В случае причинения тяжкого вреда здоровью водителю будет грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет. Сейчас максимальное наказание за такое преступление до 4 лет. Если в ДТП, которое совершил пьяный водитель, погиб один человек, то наказанием станет от 5 до 12 лет лишения свободы. По действующему законодательству от 2 до 7 лет. В случае гибели двух и более лиц, водителю, который сел пьяным за руль, грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. По действующему законодательству от 4 до 9 лет.